студентов, живущих в деревне Универсиады, есть традиция – в декабре подводить итоги года. 2020 не стал исключением. На праздничном концерте подвели итоги уходящего года и наградили активистов деревни Универсиады. У нас проходит награждение по итогам года активистов деревни Универсиады, членов студенческих советов домов, руководителей студенческих объединений. Такое очень приятное, теплое, уютное мероприятие, где мы хотим поздравить ребят с наступающим праздником, поблагодарить за работу. По итогам 2020 года наградили около 150 человек. Благодарственные письма ребята получали за активную общественную работу, проводимую в деревне Универсиада на протяжении всего года. Награждение проходило поэтапно. Студенты группами выходили на сцену, чтобы не допустить массового скопления людей. Я с начала сентября участвовала во всех мероприятиях, каких только могла участвовать. Постоянно активничала, везде, всюду была. Во время награждения также проходил концерт. Студенты подготовили праздничные номера, которые показывали между вручением наград. Были песни, танцы, стихотворные отрывки. Все это было сделано для того, чтобы у студентов перед сессией появилось праздничное настроение. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ Ньюс.